В рамках национального проекта к 2024 году субъектов МСП должно стать больше еще на 30%. Сегодня предприниматели республики поздравили с профессиональным праздником. Какую поддержку в регионе будут оказывать бизнесменам? Подробности в следующем материале. Каждый год в республике выбирают самые успешные бизнес-проекты и называют именно тех, для кого риск – благородное дело. Среди приглашенных на торжество по случаю Дня предпринимателя – те, кто не боится брать на себя обязательства, кто выстоял в пандемии, кто осознает свою социальную ответственность. Наше производство существует больше 20 лет. Начинали мы с очень маленького колбасного цеха. Сейчас, в данный момент, мы работаем практически с поля до прилавка, выращиваем скот, также производим зерно. Все сырье выращено на чувашской земле. Коронавирус внес коррективы и в предпринимательские планы, и в статистику. Немного меньше стало субъектов малого и среднего бизнеса. Зато почти на 20% выросло количество самозанятых. Всего в этом секторе экономики трудится 150 тысяч человек. Быть предпринимателем, на мой взгляд, это реализовывать свою мечту. Причем мечту, которая даст возможность не только тебе самому заработать, но и направить те деньги, которые ты заработаешь, на правильные вещи. Можно проинвестировать в собственное дело, можно эти средства направить на благотворительность. Сейчас очень активно развивается история, связанная с социальным предпринимательством. Быть предпринимателем, ответственным предпринимателем. Я вообще считаю, что это патриотично. Господдержка предпринимательства приобрела в последний год особое значение. На фоне пандемии расширилась линейка продуктов, предлагаемых бизнесменам. Займы, субсидии, гранты. Отдельные льготы и преференции предусмотрены для тех, кто только открывает свое дело. Всего же в 2021 году на развитие малого и среднего предпринимательства в Чувашии предусмотрено более 800 миллионов рублей. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоплев. Республика.